Я ж, блин, нажал. А, ха, понятно. Нажался. Она исчезла. Чё, бьём? Ты слышал, Гюм, какую музыку? Не слышал ничего. Пошёл. Must have a death wish. Это сосед Тянки. Ты веруешь? Ты веруешь или не веруешь? О, да? Малой. Так, ну, пойдем, подамся. Сдаваться и... Да, и все. На выход. Смертельный пожарный топор. Ебать, у него урона 1158. Нихуя себе у тебя. Этому урону уже ебашит. Это двухрочный. Слушай, я возьму. Сейчас продам еще не будет. Да, блядь? Что хочешь? Бешеный кинжал, 748 урона. А у меня есть мощная катана, 845 урона. Еще квест какой-то. Так, я продам, наверное, почти все то. Ты веришь, а это что значит музыка? Она стоит. Какая из? Принимайте. В опыт халявы. Которая добежит, тут получит. Куда блядь, бежать-то? Ага, вижу. Знаешь, блядь, бежит, не нужно. Да ладно, встаете, написано. Честная конкуренция. Блядь, 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 блядь. Кто? Дима успел. Че, кто победил? Дима или Дима? 2 метра. У нас разница 2 метра была. Я немножко не до этого сам доехал. А куда вы побежали? Вы не туда бежите. Нам нужно выше вот сюда куда-то. Ещё в сторону, блядь. Вот она хат. Ой, ебать, что тут такое? Безопасная зона разблокирована какая-то. Угу. О, тут какой-то кальянчик. Исак! Исхак! А, из которого мы тети собирали. Кого? Your nemesis awaits you. Ты встречаешься с заклятым врагом? Он давно жив теперь. С кем это? Ну, заклятый таких врагов. Да хуя и больше. How much will that cost? The price will be high. С Райсом, что ли? But your payment will not be to me. Now you will go to the river. There is a pungent nightshade that reveals itself only in the moonlight. The smolder of its embers enables the seeker to pierce the veil. А это разве не карман? Что-то не похоже на карман. А, да, рука порван. Да. Он в темноте стоит, не видно, непонятно. Ну, когда боком провернулся, когда ходил. Да, вот сейчас видно. Эти ночные травы на берегу реки. А, то есть это ночью? Ну вот, собственно, заодно и квест доделаем. Ну все, вроде взяли. Ну, тут еще рядом есть вот это, помогите Давиду, 2 метки, значит, лично Давид. Блять, кто? Конь в пальто. Откуда? Я сделал. Это у этого наркомана. А чтобы было весело, я сагрил всех. А за мной тоже бегут. Ой, я нашел рецепт, они пацаны, бегут. Идите сюда, рецепт рыболов. Ебачьте ко мне. Бегу. Если кто не взял, не знаю, рецепты балов. Ну, это хуйне, блядь. Вот в ящичке. Блядь. Рыболов такой. Я не знаю, даже что. Чертежи. Взял. Спасибо. Ой. Контузия плюс огонь. Да, слушай, это фиолетовый. Лезвие, наслаждаясь тем, как мутанты без помощи трепыхается, словно рыба на крючке. Ну, понятно, почему ворвал. Теперь все ясно. Тебе все ясно? Или еще не все? Почти все ясно. Я чисто случайно нашел, прикинь, вообще. Ты пыхался. Мысль имеет смысл проходить тут все кропотливо. Бэтмен летит нахуй. Бля, ну длинная кошка, это зачет.
Это она в три раза длиннее, чем должна быть. Да. Тут она с дома до дома добивала максимум все. А тут, блядь, через 5 домов хуярит. С дома до дома. Она хорошо, когда добивала хотя бы до соседнего, блядь, дома. Да-да-да. А тебе как этот человек-паук, знаешь, через небоскребу хуяришь. Еще и бесконечно не откатывается. Ну они ее понерфили, она была изначально именно вот такой была примерно. Я это все собрал, можете не бежать сюда. Ебать, он взрывается. А что взрывается такое? Да там плюющийся. А. Я даже не убивать тех киста, просто собрал все необходимое. Поговорить с Исхаком. Пойдем, Исхак, поговорим с тобой. По душам. Выйдем раз на раз, Исхак. Выйдем, поговорим. Я смогу к нему в окно залететь. А, не, а, нихуя. Блять, я вот только я пришел куда-то. Ебать он зомбари! Кто-то меня секануть успел. О, кто-то уже дошел. Исхак. Your herbs. Place the stalks in the brazier, and we will begin. В какую нахуй жаровню? Варят, блядь. Где жаровня, пацаны? Да вон, под перед ним же. Вот это? А. Ночная тусклая. Полторы тысячи дали за наркоту. И что теперь, блядь? Петух. Rising sun will lead you to the fountain of crying blood, near the place where people are speaking tongues. You must follow the red trail to be enlightened. Under the deceitful number nine, the shadow of the self-proclaimed king will be waiting for you. The king with whom you shall have to fight. You'll find out who he is and what his weaknesses are. When the time comes, you will take his crown or die. Да ты шо? Кто-то, блядь, конечно. Раскрыл тайну, блядь. Тетень короля тебе новое задание дали. Следуйте. Следуйте чё, блядь? Сказкам. Я так понимаю то, что он рассказывал там про кровавый фонтан. Помнишь кровавую хуйню?